электропневматический автомат для стрельбы 6-миллиметровыми пластиковыми шариками от фирмы ЦИМА. В комплекте есть сам автомат, инструкция на русском языке, один бункерный магазин, ремень, очки для защиты глаз, аккумулятор и зарядное устройство для этого аккумулятора. Также в комплекте есть небольшое количество пластиковых шаров желтого цвета. Данный привод полностью выполнен из пластика, то есть прицельные приспособления, ствол, цевьё, ствольная коробка, крышка ствольной коробки, рукоятка и приклад – все выполнено из пластика. Переводчик режимов огня также пластиковый. Прицельные приспособления – мушка без возможности регулировки и регулируемый по высоте целик. Возле целика и на прикладе есть антабки для крепления ремня. Органы управления – это спусковой крючок, рычаг отмыкания магазина, переводчик режимов огня, совмещенный с предохранителем, он имеет три положения – это предохранитель, автоматический огонь и одиночный огонь. И бегунок регулировки хоп-апа. Да, у этого автомата есть хоп-ап. Внутри установлен свой уникальный гирбокс своей уникальной конструкции. Запчасти не взаимозаменяемы запчастями от АЕК-приводов. Магазины тут также свои уникальные. Питание привода происходит от 7,2-вольтового аккумулятора, который располагается непосредственно в прикладе. Чтобы его установить, необходимо открутить два винта в тыльной части приклада. Снять тыльник приклада, подключить аккумулятор и установить его внутрь приклада. Зарядка аккумулятора происходит от блока питания, который есть в комплекте. Данный автомат предназначен в первую очередь для развлекательной стрельбы по мишеням. Однако, если очень захочется, с ним тоже можно играть в страйкбол.